Добрый день всем любителям дартс! Давайте-ка сегодня ненадолго перенесемся и из Лиги НДЛ города Новоуральска в столицу Урала, где у нас, собственно, в рамках дартс Лиги Урала тур номер 4 в городе Екатеринбург. В финальном поединке скрестят свои дротики Дмитрий Горбунов против легенды дартс уральского, да и российского, пожалуй, наверняка тоже, Юрия Салева. Супер-мега-баттл у нас намечается. Играть будут эти джентльмены до 5 побед. Именно в таком формате у нас проходят финальные поединки Уральской лиги. Стоит сказать, что оба игрока уже встречались между собой не раз, в том числе и в рамках дартс-лиги той же пресловутой. Даже в финале играли они в позапрошлом сезоне. И Дмитрий с трудом таки Юрия смог одолеть. Вот вновь очередной экзамен проходит начинающий, подающий надежды против игрока, у которого, наверное, не сосчитает, сколько званий чемпионств России, а уж побед во всероссийских турнирах вообще, наверное, бесконечное множество. Ну что, ребята, приступили у нас. Первая сотня, тут же Дмитрий отметился. Стандартная практика. Накидывать по соточке — рецепт успеха. В принципе, по большому-то счету, больше особо выдумывать ничего не нужно. Вся проблема лишь в том, что как сделать это стабильным результатом. И вот тут же Дмитрий окарывается. И Юрий устремляется в погоню. Судья у нас, видите, как высоко сидит этого поединка. Тоже один из начинающих игроков. Сразу же отрабатывает навык в судействе, почему нет? Ну что, вот видите, как быстро. Только вроде бы Дмитрий начал успешное наступление в первом же леге. И вот тут же Юрий быстренько его догнал. Но, видимо, ненадолго. 81. Тут же симметричный ответ от игрока в зеленой футболке. Юрий сегодня почему-то не при параде. Но, тем не менее, навыков это отнюдь у него не уменьшает. Хотя вот 43 тоже не самый лучший блистательный набор, с которым стоило бы играть в финале одного из туров Уральской дартс-лиги. Далеко с таким набором, конечно же, не уедешь. Впрочем, Дмитрий тоже ничего выдающегося пока не показывает. Лишь одно утроение было за все 4 подхода. Не густо, прямо скажем так. Видели мы с вами пути обоих спортсменов к финальному поединку. Одному пришлось преодолеть сопротивление Александра Башарина из Челябинска. В упорнейшей просто борьбе Дмитрий со счетом 4-3 его смог обыграть. Причем там была ситуация, когда Александр уже кидал дротик на матч в бул. Похоже, он туда таки попал, но дротик предательски просто оттуда вывалился. А уже следующим подходом Дмитрий другой возможности Александру не дал. Ну и Юрий то же самое, по-моему, сделал с Александром Михайловым. Тоже довел таки счет матча до решающего поединка. И со счетом 3-2 все-таки смог его одолеть. Но давайте вернемся в наш матч. Юрий пока по ходу этого лега существенно отстал. Пока ребята что тот, что другой не блещут наборами. Ну, видимо, первый лег, как всегда, разминочный. Неважно, какая стадия турнира, либо первый круг, либо уже финальный поединок. Главное в игру влиться, так сказать, вписаться как следует. А потом уже начинать показывать весь максимум на все, на что способны дартсмены. Тем временем уже 24-й дротик может быть у нас с вами. Нет, Дмитрий, первая попытка мимо. Еще один заход на удвоение, но теперь восьмерки тоже не приносит результатов. Ой, я уже начинаю зевать. Что-то меня такая игра вгоняет в тоску и уныние. Вот так вот Юрий 125 решает играть всеми тремя снарядами через центр мишени. Но, к сожалению,
Если первый попал в 25, то оставшиеся в сотню-то сложно будет, конечно, попасть. Но все, Дмитрий с трудом таки 25-м по счету дротиком завершает первый лэг. Набор аховый просто. Но, тем не менее, победа в лэге обеспечена. И wow. тут же начинает дерзить. Салев-то у нас Юрий вспомнил, что такое утроение и как легко туда попадать. Сразу же два вонзает в узкую область 20-го сектора. Ответка Дмитрия будет. Давай еще туда. Нет, не попадает, чуть ниже отскакивает. Но, тем не менее, снова первый заход накинуть по соточке. А там уж как пойдет. Ну что, Юрий, будет укреплять преимущество или нет? Нет, тут же закрывает глаза, понимая, что все пошло не по плану, мягко говоря. Дмитрий устремляется в погоню. Что тот, что другой не покидает, собственно, далеко площадь 20-го сектора. 140! Прилетает таки ответка от Горбунова. Сразу же резкое ускорение на старте второго лега. Дальше у нас начинается мидлшпиль. Юрий снова не промахивается мимо утроения. Очередная сотня в его исполнении. В принципе, наконец-то уже бодрячком начинают ребята лупить по секторам. В том числе и по единичке, почему нет. Попробовал на прочность ее Дмитрий. Прочности у единички слабенькие. Тут же сразу же в утроение поражает. Но, думаю, не стоит этим увлекаться великолепным занятием. Лучше все-таки сосредоточиться на своем фаворитном секторе, а именно двадцатке. Юрий тоже единичку попробовал на вкус, нормалек, и тут же опускается в 19-й. Есть утроение, 78, неплохой урожай. Ну что, 218 точно не закрыть, но 138 будет у Салева. Закрытие Кита Деллера, именно оно и принесло ему звание чемпиона мира в каком-то, черти знает каком, мохнатом году. Но все это были события в Лондоне, мы возвращаемся в Екатеринбург. 138, тут же Юрий не попадает, и мы подождем очередного подхода. Наверняка Дмитрий даст ему такой шанс. 133. Довольно-таки противное закрытие. Не самое хорошее для попадания. Ну что, 73. До 19 нужно опускаться. Опустился в 19. 0 результат. Ну, в смысле, 3-то попал. Но по ходу игры это нулевой результат. 78. Что придумает Салев? Как будет закрывать? Вот так вот. Двумя даблами решил Юра. Ой-ой-ой, миллиметр буквально не хватило ему, чтобы дабл-дабл сделать. Но все равно еще будет дротик в запасе. Фартовый. Фантастика, ну просто капитальный красавчик Юрий Салев. Как всегда в его исполнении наблюдаем абсолютно нестандартные ходы. Получает, конечно, удовольствие Юрий от такой игры. Потому что уж чего-чего, говорю, звание чемпионства различных у него уже навалом. И с каждым разом получать удовольствие именно от побед, как таковых, все меньше становится. А вот именно от красивых побед, вот это, видимо, то, зачем Юрий до сих пор в дартсе играет. Все сделать по красоте просто. По фэншую. Великолепная концовка второго лега в его исполнении. Дмитрий вновь не промакивается мимо утроения однерки, что его магнитом туда тянет. Пожалуй, стоит закончить. Раз прогулялся, два. Да Юрий вроде поймал свою игру. Что тот, что другое, нет. Все-таки не отпускает единичку из нашей игры. Видимо, надолго она у нас будет присутствовать в нашем репортаже. Частый гость, скажем, на наших экранах. Зато Юрий уже стал опускаться все-таки потихонечку одним из своих снарядов в 19-й сектор. Да и не прочь попробовать 18-й. А Дмитрий пока что такими возможностями нас не подчует. Ну что, сотня в исполнении Салева, 312. Уверенно он опережает своего конкурента по финалу. Горбунов вниз, влево. Решает все-таки в 19-й. Нет, не твоя эта территория, явно тебе пока что 19-й не по зубам. Совершил подход, а как будто разница в счете, как будто бы подхода никакого и не было. Салев не промахивается мимо утроения. 20-й сектор вновь повержен. Тем более у Юрия здесь есть болельщики, точнее болельщица. С каждым результативным подходом тут же идут аплодисменты. 227. Салев наверняка первый выйдет на хорошее закрытие.
Если сейчас 60 наберется, то уже будет 167. А там снова есть возможность сделать все по красоте. Но всего лишь 60. И выходит таки Юра на окончание. Горбунов 263. Есть у троения одно, второго нету. Я бы вниз опустился. И Дмитриев тоже опускается вниз, как будто меня услышал. Но 126 оставляет себе. Вот так вот, 137 после очередного захода к рубежу. Не увидим мы пока что большого закрытия в исполнении Салева. Подождем, что придумает Дмитрий. Соточка накинута. Рецепт успеха вновь у нас в действии. Два участника осталось. Лишь один станет победителем. Всего у нас именно в четвертом туре присутствовало 28 человек. Не так уж много, если честно, для Лиги Урала, куда съезжаются, как правило, игроки со всей области. Да и не только, я говорю, у нас игроки из Челябинска сегодня присутствовали. Ух ты, Салев хотел двумя дрочками 67 закрыть. Вновь предпочитает по красоте все сделать Юра, но, к сожалению, не совсем удачно у него это получилось в этот раз. 66. Десятку выбрал первым дрочком Дмитрий. Какие-то проблемы там с судейством. Вынуждена пауза. Ну что, 56. 16 топс. Нет, вовсе не так. 20-36 решает играть Горбунов. И промазал чуть-чуть, буквально 1 миллиметр. Скорее всего, сейчас будет брейк в исполнении Салева. Три дрочка на то, чтобы элементарное удвоение восьмерки поразить. Раз мимо, два мимо. Но тут сейчас уже маркер должен быть. И фантастика, тоже в миллиметре буквально с внешней стороны колечко кладет Юрий, третий снаряд. Теперь для Горбунова шанс все-таки брать лайк на своем начале. 19-й. Отличное попадание вторым дротиком. В принципе, хороший процент по закрытиям показывает Дмитрий. Не так уж много тратит дротиков на то, чтобы поразить одно из удвоений. Если чуть-чуть немножко отвлечься, пока Юрий поднимает один из дротиков с пола, и рассказать о том, как все-таки в каком формате у нас проходит Дартс Лига Урала, то давайте-ка немножко я вам расскажу. Дартс Лига уже который сезон подряд в Екатеринбурге проходит из 5 отборочных туров, который венчает финальный этап, и куда попадают всего лишь 12 лучших человек по рейтингу. Рейтинг у нас разыгрывается в каждом туре, естественно. И составляется этот рейтинг из 3 лучших результатов, потому что всегда бывают какие-то форс-мажорные обстоятельства, и те или иные игроки не могут присутствовать на одном из этапов по тем или иным причинам, опять же. И поэтому 3 раза съездил, набрал хорошие очечки, добрался до финала как минимум. И все, вуаля, скорее всего, ты будешь играть в финальном этапе, это уже будет ближе к лету, возможно, в конце мая, кто знает. И там уже будете разыгрывать, собственно, и титул, и денежные призы. В прошлом сезоне у нас выиграл Дмитрий Горбунов. В позапрошлом сезоне у нас тоже выиграл Дмитрий Горбунов. Именно в позапрошлом, как я уже сказал, с Салевым они встречались в финале. Этот раз вновь финал, но 4-го отбора. И наверняка это далеко не последняя встреча двух этих снайперов. Юрий у нас продолжает усиливать давление, натиск. Пока что у него это неплохо получается. Дмитрий какую-то паузу вроде как решил сделать. Существенное отставание. 151 очко. Сейчас нужно 180 вроде как попадать, чтобы хоть как-то скрасить интригу. Давай максимум! Нет, не получается. Третий улетает чуть выше цели. Но тем не менее, смотри-ка, 140 вроде бы так далеко отставал. И тут же резко сократил дистанцию. Вот именно такие ходы, особенно чем ближе к закрытиям, тем сильнее оказывается эффект воздействия, что называется, давление на своего конкурента. Вроде ты играешь так хорошо, вот у тебя преимущество, и бац! Все как корова языком слезала, еще будет 140! Нет, опять мимо цели кладет третий снаряд. Сотня в исполнении Горбунова, и смотри-ка ты, не отпускает Юру, он далеко. Вновь одновременно на хороших закрытиях. Решает играть через 19-чик Юра. Хотел, видимо, 57-50. Уже начинаем мы читать, да, замыслы Салева. Все хочет сделать красиво Юра через бул, но выходит всего лишь на 68. 111, достаточно опасное число. 92 в остатке для Горбунова. Два дротика решает играть он именно таким образом через утроение 60.
Вносит строение двадцатки. 68. Что, неужели снова пойдет двумя дротиками через бул, Юра? Ну точно так и есть. А, и вновь не промахивает. Ой, чуть-чуть не попадает и оставляет себе 16. Что, будет Дмитрий сейчас закрывать или даст все-таки шанс Саливу взять лайк на своем начале? 52. Ого! Не может попасть Горбунов даже в сектор. Фантастика! В дабл, наверное, проще попасть, чем в сектор для Горбунова в данной ситуации. Слишком Юра, видимо, надавил таким броском в бул. Дмитрий явно что-то растерялся после. Раз. Смотри-ка ты. Как аккуратненько просто кладет в притирочку к проволоке. Два! Туда же! Ну-ка! Действительно, только смех остается, как еще реагировать. А ну, хотел Юра сдвинуться, а тут уже, да, мешает сцена. Ой-ой-ой, не с той стороны отскок идет. И не повезло, конечно, сейчас Саливу. Ну что, нужно сейчас или никогда? Потом уже, может быть, такой возможности не быть. 16. И вновь с первого же дротика закрывает Дмитрий. Удвоение восьмерки. Ну, справился в этот раз с давлением. Ну, конечно, такая ошибка, как не попасть просто в сектор, в 20-й тем более, который самый результативный у Горбунова по статистике. Ну, фантастика, даже бывает вот такое. Набор, конечно, на 3 дротика просто аховый. Удручающая совершенно статистика по количеству затраченных дротиков на завершение каждых с 1 по 4 лэг. Куда деваться? Пока что играем именно таким образом. Насчет-то, тем не менее, на табло 3-1 пока что Горбунов ведет, но по игре-то ведь не скажешь, да? Что такое явное преимущество у Дмитрия. Первый выходил уже не раз Юрий на окончание. Но вот эта манера его игры, конечно, желание сыграть красиво, конечно, похвально, но пока что результат на табло совершенно противоположный. Выигрывает конкурент, который играет не так уж ярко. Феерично, но тем не менее результат приносит стабильный пока что. Сотня в исполнении Дмитрия. 281 на 344. Догонять нужно. Тоже как минимум сотню-то нужно запулить. Есть, прям по маркеру. Ну, вот сейчас вот конфетка сыграл Юрий. Идеально, можно сказать, своячка забил в утроение двадцатки. Раз. Первый дротик там. Два. Че, третий? Пошмар, да. Супер мощное оружие применяет Дмитрий. 180 у нас залетает. Юрий, хотелось бы, конечно, такого же симметричного ответа, но сверху снизу утроение пощупал, но все-таки два снаряда кладутся мимо цели. Опа, 101 решает играть через бул Горбунов. Удвоение шестнадцатчика. Первое же попадание. Фантастика, за 15 дротиков. Вот это пошла игра. Чуть-чуть у нас начинает подрастать средний набор. Улучшает Дмитрий статистику. Уже за 70 перевалил. Но, конечно, первые леги и начало этого матча надолго подпортили хороший результат. И точно отличным он уже не будет. Но, как минимум, можно удовлетворительным его сделать. И продолжает агрессивную игру Горбунов. Смотрите, 140. Теперь каждый лайк может стать последним, потому что играем-то мы с вами, дорогие друзья, до 5 побед в этом матче. Раньше вообще, помнится, всего лишь до 3 играли, потом до 4 стало. Вот с каждым разом организаторы добавляют и добавляют. Качество игры улучшается, что эти игроки, да и те, что выбыли, с каждым разом показывают всю лучшую игру, и матчи достаточно получаются скоротичными, особенно когда игроки за 15, за 14, за 12 даже играют дротиков. Так что времени вагон, можно поиграть чуть подольше. Да и зрителям, опять же, развлечение на хорошую игру, когда она действительно хорошая, а не то, как эти парни начинали этот финал. Можно, в принципе, долго смотреть. Ой-ой-ой, сейчас какую глупую, возможно, стратегическую, но пока что тактическую ошибку совершает Дмитрий. Набрав сотню, оставляет себе 166. Ну, надо было, конечно, опускаться в 19 сектор. Но к чему такие детские, прямо нелепые ошибки? Был бы я у него тренер, ох, я бы ему задал жару. Прописал по первое число. 134. Тут же сразу побольше
Юра только разводит руками, действительно шансов на то, чтобы хоть как-то спасти этот лэг, и уж тем более матч все меньше и меньше, уже чисто формально бросал Юрий последние, видимо, дротики, чувствуется прям по манере игрока, когда серьезно относится к игре, и когда не очень, решая двумя даблами Дмитрий закрыть, не тут-то было! Пока что ты еще не Юрий Исалев, расти тебе и расти до такого уровня мастерства. Но еще к мишени все-таки у Дмитрия будет шанс вернуться. Тем временем давление оказывает Салев на своего соперника. Возможно, 112 должно как-то напугать Дмитрия. Справится ли он тремя снарядами с удвоением двойки? Не самое лучшее. Вот на двойку потратил, в принципе, логично два снаряда Дмитрий. И очередная победа в одном из отборов, вторая уже в этом сезоне. Одна из побед была в первом, далее он оба тура проиграл, совершенно невзрачной своей игрой, и вот вновь возвращается наверх турнирной таблицы. 5-1 итоговый счет, набор вы видели. Остался у нас один последний отборочный тур, и далее у нас будет финал. Доберутся ли кто-то из этих игроков до решающих стадий, мы с вами скоро узнаем. На сегодня все, adios amigos!